Нина Ермишкина, председатель совета дома номер 8 на улице Панфилова, оценивает только что отремонтированный подъезд в ее доме. Месяц назад здесь были грязные стены и разбитая плитка. А сегодня все чисто и комфортно. Мусоропровод прочищен, окна и входные двери заменены. В сентябре мы встретились с Волошиным Дмитрием Владимировичем и обговорили этот вопрос. С октября месяца начался у нас ремонт. Вернее, постановили, что надо сделать ремонт. И вот с 6 ноября по сегодняшний день ремонт закончен. В Химках реализуют программу «Мой подъезд», согласно которой дом на Панфилова 8 должен был преобразиться в следующем году. Однако, учитывая запущенное состояние помещения, коммунальщики взялись за него раньше времени. Надо было с ними что-то решать. Жители обратились к главе города с просьбой передвинуть сроки ремонта и сделать ремонт в 2019 году. Дмитрий Владимирович Волошин пошел навстречу просьбам жителей и дал поручение муниципальной компании «Жилищник» произвести ремонт в 2019 году, что, в принципе, было сделано. Добавим, в 2019 году «Жилищник» отремонтировал около полусотни домов. В планах в течение нескольких лет завершить работы во всех подъездах города.